Я играю композицию одну, потом... Да, нормально будет у нас. Либо не играю. Нет, здесь очень много моментов, которые вызывают работу над принятием, поэтому прокачки, безусловно, имеют. Значит, я могу сыграть, и потом мы с вами немножко обсудим то, что было сыграно. Да. Да, нормально? Да. Вот. И потом будет следующий шаг. Вот. Но сегодня вы будете композиторами. Вы готовы? Да. Значит, сейчас мне надо 4 человека, которые зададут тему первой композиции. А? Давайте попробуем. Вдохновение. Вдохновение. Море. Любовь. Любовь. Квантовый скачок. Так. Итак, новое измерение. Квантовый скачок. Новое измерение. Нет, ты что-то сказал вначале. Вдохновение. Квантовый скачок, вдохновение любви. Сейчас. Квантовый скачок. Ну что, закрывайте дверку. А там по программе у нас сейчас или это просто импровизация? Может, попросим что-нибудь? Нет, нет, я могу и так, конечно, просто... А собьет вибрации, да. Ну, вам будет сложнее погрузиться. То есть все-таки тишина бы желательна, конечно. Итак, квантовый скачок, вдохновение. Вы можете смотреть, вы можете не смотреть, сидеть, лежать. В общем, чувствуете себя комфортно. Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте огонь в своем сердце. Почувствуйте, как вы делаете самую глубокую практику в этой жизни. Это дыхание. Вы дышите каждый день. Вот сделайте сейчас новый вдох. Посмакуйте его, наполните легкие этим пространством. И сейчас, когда будет звучать музыка, наполняйте свои легкие звучанием волшебного инструмента. В моей реальности вокал с хангом идеальное сочетание. Женский приятный голос и потрясающая гармония в мужском исполнении. Давайте сделаем так. Вы сфокусируетесь на ханге, а все окружающее будет таким прекрасным фото. Да? Огранкой такой. Ну, поехали. Квантовый скачок. Вдохновение любви. Дышим музыкой, потом я вас спрошу, что с вами поменялось. Запомните сейчас ваше состояние. Каждая мелодия будет вас форматировать, вас будет преображать. Thank you.
Что вы сейчас чувствуете? О чем это было? Скаканули. И трех женщин видят. Всего? Хватит. В каких позициях? Не скажу. Это интимно очень. Ну что, поделитесь сейчас. Да, пожалуйста. Драматургично, на мой взгляд, про преодоление препятствий. Стихийное про преодоление. Возможно, какой-то подъем на вершину горы. Или преодоление бури снежной. Вы понимаете, чтобы войти в любовь, нужно преодолеть сопротивление ума. Да? Буквально сойти с ума. Что такое мужчина, например, войти в пространство любви? Он должен сойти с ума своего и оказаться в неведомом пространстве. Да, спасибо. Интересно, кто еще?